у тебя слюни уже на доске? Потому что я пускаю слюни на эту доску. Доброе утро и всем привет! Хочу вам рассказать о новом сноуборде в бренде Liptech. Это сноуборд Динамо. Это просто новая, супер крутая фрирайд машина, но не только бэккантри фрирайд, а фрирайд и по горе. Свободное катание. Экстренное включение. Мы врываемся в зиму с серии обзоров на компанию Merrell. В них мы подробно расскажем вам про их технологии, научим отличать прогиб кэмбера от ротера, поможем разобраться в геометрии досок, и вы узнаете, из чего делаются сердечники и как устроены конты. Но это еще не все. Мы готовы разыграть одну из досок фабрики Merrell, а именно доску GNU модель Money. Ссылка будет в описании. Это главный приз. А также мы подарим 3 сертификата на скидку в 10 тысяч рублей на любую из новой коллекции фирмы Liptech или GNU. Условия максимально простые. У нас будет 6 видео про доски Merrell. Вы их максимально лайкайте, комментите эти видосы, подписывайтесь на наш канал. И когда эти видео в сумме собирают 30 тысяч просмотров, а это стоимость той самой доски, которую мы разыграем, мы рандомно из одного из этих видео выбираем победителя, и он получает заветный приз – новую досочку GNU модель Money. Ну и 3 утешительных приза – сертификаты по 10 тысяч на любую из досок нового сезона Liptech или GNU. Также разыграем рандомно из одного из видосов. Смотрите сквот. Удачи! Это крутейшая доска на C3 кембере, которая супер круто держит склон за счет своей жесткости. Она очень хорошо будет позволять вам даже поворачивать в паудере, у вас не будет вот так проминаться тейл. За счет этого у вас будут крутые резкие повороты. За счет как раз C3 кембера и мидрокера внутри эта доска становится достаточно универсальной. Она очень круто держит трассу, и также можно кайфануть и покататься вне трассы за счет формы носа, которая специально рассчитана под бэккантри и чуть-чуть пошире. Верхняя крышка этой доски рассчитана на то, что с нее будет просто слетать весь снег. Вы не будете ехать с несколькими килограммами снега на доске, и это реально очень круто и комфортно. А за счет технологии Original Power, которая использует 70% в сердечнике, 75% осины и 25% павлония, вы получите легкий, хороший, отзывчивый, прочный сноуборд, который у вас будет на любой день. Это или Powder Day, или просто катание по трассе, но вы кайфанете по-любому. Это новинка, к тому же еще и стоит не очень дорого, всего лишь 39 тысяч, примерно, там 38 с копейками. Вот. И я прям, на самом деле, для тех, кому нужен сноуборд, не для того, чтобы разрушать его на перилах или там прыгать с трамплинов, кому нужен просто классный, качественный сноуборд, американские сборки с использованием магнит-трекшена, который будет держать на льду вас, на трассе, вне трассы, дома, в ванне, на диване, везде просто. Этот сноуборд у вас будет круто держать. Я рекомендую этот сноуборд, потому что я знаю, что вы по-любому кайфанете. И когда будете нестись по склону и в бэккантри, и просто спускаясь по подушечкам снежным в любой кайфовый снежный день. Прям только сегодня, только для вас, только супер новинка Динамо. Если мы говорим о сноуборде для всех и для всего, это сноуборд Динамо. Увидимся с вами на горе. Я надеюсь, вы сделаете правильный выбор, потому что это супер крутая доска.